Друзья, всем привет! Очередная у нас распаковочка на канале. Пришла вот такая вот посылочка не особо приятного на ощупь полиэтилена. Что у нас с вами пришло? Не очень понятно пока что. 0,2 килограмма, в $2 оценено все это дело. Единственное, что я понял по описанию, что это некий ключ. Ключ. Ну давайте, не будем, да, растягивать видео. Сразу же открываем и смотрим, что внутри упаковки. Так, ничего не понятно. Нечто желтое внутри. О, вот это вот, вот оно. Что-то приехало. Что-то мне приехало. Так, пакетик пустой. Убираем его. Так, производитель. Свитиксу, Sales Manager. Хи-хи. Ладно. Все это дело вот так у нас с вами упаковано еще. И еще немного скотча продавец не пожалел. Ах, вот что это за ключ. Все понятно. Вот что нам с вами пришло. Ну, точнее, пришло-то мне, конечно. Но я с вами делюсь радостью распаковки. Вот такой вот универсальный ключ. То есть оценить качество металла. Ну, да, наверное, все-таки металл не очень. Значит, что мы с вами имеем? Четырехгранник внутренний. Кстати, обратите внимание, внутри там что-то вот как будто бы брачок какой-то. Так, меньше четырехгранник внутренний, меньший, трехгранник, и внутри еще и шестигранник вот там виднеется. Ну и вот ключик такой округлый. Здесь четырехгранник, видимо, тоже. Ну вот как бы ключик, я так понимаю, в автомобиле может пригодиться. Вот, заказал я его по случаю, увидел достаточно дешевый и заказал себе в автомобиль. Такой достаточно компактный, смотрите, в руке помещается полностью. Я со своей стороны напишу ссылку на продавца, на лот, цену в описании к видео. Напоминаю, что на канале идет розыгрыш сувенира. На сим раскланиваюсь. Спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, писать грозные комментарии. Всем счастливо. Пока.